Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня мы с вами опять отправимся в прошлое, и нам будут помогать в этом вещи, которые остались, ну, с тех пор. И перед этим я хотела бы вам напомнить, что, гордясь прошлым своей великой страны, мы часто забываем, что история начинается с самых обычных вещей, хранящихся и необходимых в каждом доме. Это огромный мир предметов, несущих на себе образ времени и неповторимый национальный колорит. И сегодня мы будем с вами говорить о бытовых вещах наших русских купцов. Купечество – особое сословие, сыгравшее огромную роль в экономическом развитии нашей страны. И для того, чтобы погрузиться в эту атмосферу, я еду в Александровскую Слободу, в лавку купца. Но перед этим мы с вами поговорим о некоторых вещах, которые, ну, может быть, есть у вас в доме, или о которых мы забыли. Ну, например, вот какой у меня есть старый-старый утюг. Ну, знаете, что утюг – это приспособление для разглаживания белья и одежды. А вот откуда оно пришло к нам, знают не все. Так вот, слово к нам пришло из древнетюркского языка. «Ут» означало «огонь», а «юг» – «положить». Первоначально утюги нагревались на огне. И у меня, вы видите, именно такой утюг. А вот в середине 18 века появились утюги жаровые или угольные с верхней крышкой, которая откидывалась, и внутрь для нагрева засыпались горящие угли. Для поддержания тления в нижней части имелись фигурные щели поддувала. Такие утюги были достаточно массивными, около 17-20 сантиметров, высотой 15-20 сантиметров. И весил такой гигант не менее 4 килограммов. И, кстати, таким утюгом необходимо было постоянно размахивать, чтобы усилить вентиляцию. Я с уважением отношусь к русской истории, и у меня очень много есть предметов, не только из моего любимого времени СССР, но есть также и очень старинные вещи. Ну вот я вам показала утюг, это достался мне от моей бабушки, а вот этот вот кувшин я купила на блошином рынке очень давно, вот, и он, по всей видимости, где-то начало 19 века. Это очень старый кувшин. Но у меня очень много и керосиновых ламп. Ну, я вам покажу только две лампы. Вот они. Право отличается от левой тем, что она подвешивалась для того, чтобы вот просто куда-то повесить и было удобнее работать и что-то делать. На протяжении веков жизнь человека полностью зависела от длины светового дня. Ведь лучина или свеча в темноте давали очень слабое и кратковременное освещение жилища. И современным людям это трудно понять. Но вот так раньше жили. В середине XIX века польские аптекари Ян Зеха и Игнаций Лукасевич изобрели как раз вот эту керосиновую лампу, которая почти столетие прослужила человечеству. Такое освещение получило широкое распространение с появлением довольно дешевого горючего – керосина. Лампа состояла из закрытой емкости для керосина и горелки, а в резервуар вкладывали фитиль из толстых льняных или конопляных нитей, так, чтобы один его конец выступал из прорези горелки. Фитиль пропитывали керосином и поджигали, а сверху горелки устанавливали ламповое стекло для защиты пламени от ветра. В России подобные лампы приобрели большую популярность в конце XIX века. Их наличие свидетельствовало об обеспеченности семьи. В моем доме есть печка. Значит, у меня есть и чугунок. Но, правда, нет ухвата для чугунка. Этот чугунок XIX века. Чугунок – это кованый
Сосуд из чугуна, сплав металла в форме горшка использовался как в крестьянском, так и в купеческом доме. Неотъемлемая часть русского быта. Он предназначался для приготовления многих блюд в русской печи. Он очень долго сохранял тепло, приготовленная пища в нем не теряла полезных свойств. По объему чугуны могли быть от 1,5 до 15 литров, полтора ведра. Несмотря на кажущуюся древность, металлические чугуны появились и получили широкое распространение лишь в самом конце XIX – начала XX века. И этот чугунок, вы помните, это герой многих-многих русских сказок, да? Печка, чугунок, кашу варили. Помните, вот они варили тогда все в чугунке. Только я пожаловалась, что у меня нет ухвата, как мне тут же подарили ухват. Смотрите, какая прелесть. И теперь мне удобнее будет в печке справляться с этим намного. Как здорово. Вот так вот. Ну что, здорово, мои дорогие друзья, любители старинных вещей, любители истории, гордящиеся своей страной, давайте соприкоснемся с нашей историей. Я приглашаю вас в Александров. Едем? Едем. Я вышла с вокзала. В городе Александров. С вами в Александрове. Напротив Александровский Кремль. Но перед тем, как мы окажемся в купеческой лавке, я хочу вас познакомить с Марией и ее замечательным каналом «Хочу быть русской». Привет, я Мария, и я хочу быть русской. Hello, I'm Maria, and I want to be Russian. Для меня это значит изучать историю, традиции и народное творчество. For me it means learning history, traditions and folk art. Я обожаю резьбу по дереву, русские росписи и керамику. I do love Russian wood carving, Russian painting and ceramics. У меня есть коллекция предметов старины. I have a collection of Russian antiquities. Здесь я расскажу обо всем, что я люблю, на двух языках. Торговые заведения провинциального Александрова того времени в подавляющем большинстве составляли всевозможные лавки оптовой и розничной торговли. Питейные заведения, чаще всего они размещались в собственных домах торговцев на первом этаже, нижний этаж которых был каменный, а верхний – деревянный. На этой выставке представлен торговый зал Александровского купца средней руки. Начнем с сундуков. Посмотрите, какие здесь замечательные сундуки. Продавались и сундуки, и сани. Все, что пользовалось тогда спросом. Посмотрите, для квашения какие бочонки замечательные. Сундуки, а здесь весы. Но весы большие, конечно, не так, как мы привыкли. Здесь взвешивалась и мука, и все на пуды. Какие замки здесь замечательные. Посмотрите, какие ножницы, какие машинки, ступки. А это вот, по-моему, для куличей форма. И, конечно, мне, как, впрочем, и всем нам, девочкам, было очень любопытно, а какая же посуда продавалась в то время. И представляете, что я вижу? Английский фарфоровые тарелки, даже китайские тарелки. Ну, удивительно.
А какие потрясающие чайные пары! И, между прочим, почти вся чайная посуда, которая здесь представлена, это русский фарфор. Представляете, какой замечательный фарфор у нас производили! Кстати, вот мне сказали, эта чашка как раз завода Гарнера. Посмотрите, какая красота! Какая красота! Вот, кстати, за ней вот эта чашечка с блюдцем. Это местное производство Сабанина. Это родственник фабриканта Попова, который жил в Москве. Здесь было налажено собственное фарфоровое производство. Оно, конечно, было не так долго, но очень тоже качество было фарфора прекрасное. Вот сверху можно посмотреть. Посмотрите, какой тончайший фарфор. А извините, это коробочка с чем? Это соломка. Соломка. Прекрасно. А вот это как раз чай, да? Чай. Это чудесный чай. Ой, пожалуйста, мне наберите вот этого всего. Паста, филипповские поставки, постный сахар, султанские конфекты, фраже из орехов. Ну, в общем, а посмотрите, какие коробочки. Ой, какие замечательные коробочки. Какая красота. Видите, книжка конфеты, это было уже давно изобретено. Подарок детям. Шоколад. Шоколад с загадками. Знаменитый Монпасье, халва в таких коробочках. Соломка, посмотрите. Самовары, конечно, как же без самоваров? Самоваров каких только здесь нету. У меня, кстати, наподобие этого был электрический самовар. Ну да. А вот смотрите, какой малышка самовар. Прелесть. Ой, какая прелесть. Смотрите, какой пузатенький, какой интересный самоварчик. А это тоже старый, красивый. Ой. Самовары, самовары, красота. Что же еще пользовалось спросом у людей и было выставлено у купцов? Конечно, ситцы. И это в первую очередь барановские знаменитые ситцы, красные, которым вообще передавали по наследству. Такое качество было, что не было, ну, носили, даже передавали своим детям. Шили сарафаны, нарядные платья. Ну, красный цвет, это, конечно, на Руси самый такой вот знаменитый, интересный был. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Как красиво ходили. Вот я хочу сказать, и дома, и церкви внутри все разукрашивали. Посмотрите, какие замечательные ситцы, какие рисунки. Ну вот посмотрите. Мне кажется, сейчас любая красавица с удовольствием пошла бы в таких ситцах. Ну просто красота. Самая лучшая мануфактура 19 века. Здесь продается лавка. Да, купцов Баранова. О, купцов Баранова. Очень красиво. А в Москве? В Москве они где-то держали лавку? А мне кажется, они вот в этом, в Струмино были, нет? Ну, они наподобие этих, потому что два комбината работали. Да. В Баранову, в Струмино, это возьмите. Ты посмотри, какие красоты. Угу.
каждом был такой вот питейное заведение. Здесь можно было и выпить чаю с часами, часы тех времен, картины. Посмотрите, вот эта картина очень интересная, она сделана на подносе. Вот и подошло к концу наше путешествие в прошлое. Надеюсь, вам было интересно. А я вас благодарю за чудесную компанию. Спасибо, мои дорогие друзья. До встречи!